старинном мастерстве вышивальщиц. Вот где, наверное, кроются истоки сегодняшней якутской графики. Эти истоки в мастерстве резчиков по дереву и кости. В гравировке, украшавшей изделия из бересты и металла. В узорах на сбруе коней. Самобытность молодой якутской графики в неразрывном ее родстве со всеми проявлениями народного искусства. Thank you.
правитель! Урыльтусу! Ай, правитель! Привет, 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 ай! Показаны работы художников Валерьяна Васильева, Юрия Ватякова, Владимира Иванова, Владимира Карамзина, Олега Ковалевского, Николая Курилова, Ивана Мочесынова, Афанасия Мунхалова, Василия Парникова, Марии Рахлеевой, Элея Сивцева и Азалии Саргоевой.